Супершоу! Всем привет! В эфире маленькое супершоу! Yes! Да-да-да, это маленькое супершоу! Мы так ждали этого момента! Хочу представить вам своего соведущего! Прошу любить и баловать! Или баловать! Мой супербрат Дэнни! И моя маленькая сестра Аня! Так нечестно! Мы же договаривались, что оба будем супер! Ты и я! Ах да! Это маленькое супершоу! Моя супер-маленькая сестра Аня. Вот придет Андрей, и я ему пожалуюсь. А он уже пришел, и жаловаться нехорошо. Внимание, друзья! У нас сегодня в программе особенный гость. Он своими глазами видел Достана и Тамину из «Принца Перси. Пески времени». Андрей! Ань, ну мне кажется, что ты еще очень мала для такой ответственной программы. Андрей видел не Достана и Тамину, а Джейка и Джемму. На самом деле вы оба правы. Я видел Достана, ведь его играл Джейк Джилленхол, и Тамину, героиню Джеммы Артертон. Все-таки это какие-то странные дяденьки. У одного глаза с подсветкой, а другой их красит, как наша бабушка. Это Шейх Омар, настоящий бизнесмен и организатор страусиных бегов. Ха-ха-ха, славно! А вот о представителе ассасинов я бы не стал так отзываться. Он очень опасный враг и охотится за кинжалом времени. Это необычный кинжал. Выпуская песок, он поворачивает время вспять. Или что-то, у кого кинжал, знает, что случилось. Благодаря фильму «Принц Персии. Пески времени» я навеки полюбил паркур. Поэтому мне придется вас оставить. Спешу на тренировку. Увидимся в эфире! Ты что, решил немного подрасти? Ха-ха, очень смешно. Я решил заняться паркуром. Ну надо же чего-то начинать. Я знаю, ты можешь прыгать лучше. Ау! Ты что делаешь? Готовлю тебя к нелегкой работе каскадера. Видишь, как ты сразу распрыгался? А давай поиграем в страусов каскадеров. Ты крутой страус. Я знаю. Перестанешь называть меня маленькой? Конечно, перестану. Когда ты вырастешь? Достань в моем возрасте. Уже по крышам прыгал. Никто его маленьким не называл. Вот когда научишься прыгать, как Достан, тогда и поговорим. Я же иду учиться. Ты со мной? Пожалуй. До свидания, друзья. Смотрите маленькое супершоу!